Повномасштабний наступ Росії розкидав мільйони українців по світу. Близько 100 тисяч наших громадян знайшли прихисток в Австрії. Уряд країни затвердив програму і організував центри допомоги вимушеним переселенцям з України. Воєнні мігранти отримують соціальні виплати і допомогу для оренди житла. Як живеться нашим біженцям в Австрії, розпитаємо гостю сьогоднішнього ефіра. З нами зараз на зв'язку Лідія Несмачна, вимушена переселенка, яка нині облаштувалась в Австрії. Лідо, я вас вітаю в ефірі єдиного марафону. Здравствуйте, Дмитрий. Розкажіть, чи давно ви виїхали до Австрії і от за яким принципом обрали саме цю країну? І в якому місті зупинились? Ну, як завжди, все драматично. Я думаю, що кожна історія кожного переселенця драматична. Мы собирались, была очень нервная обстановка уже 23 февраля. И мы решили поехать просто во Львов, просто выехать вот 23 ночью, просто переждать ситуацию. И когда я была за рулем, и когда в 5 утра мы услышали Путина, речь Путина, ребята включили ее громко в автомобиле, и когда я услышала его текст о том, что украинцы хорошие, но не смышленые, я поняла, у меня было ощущение, я не знаю, как у вас, когда вы слушали, да, этот спич, то я поняла, что это просто методичка Геббельса на самом деле. То есть нас, украинцев, называют детьми, то есть не взрослыми, не людьми, поэтому нас нужно обучать. И я поняла, что вот это вот все тревожное состояние в Киеве, когда каждый задавал вопрос, если помните, не как дела, а как ты думаешь, начнется ли война? Uh-huh. Помните вот ощущение перед 24-м? И я поняла, что война будет. И мы практически 24-го, мы уже были, как раз была, мы попали в Луцке, бомбили аэропорт, и стало понятно, что надо двигаться дальше. Все, как, извините, в пьесе Булгакова «Бег». Надо двигаться вперед, надо максимально продвигаться. Как-то так. Угу. А почему Австрия? Да. Почему Австрия? В Австрии, то есть из-за того, что мы были в первой волне беженцев, мы плюс-минус понимали, что можно делать. И моя подруга в Австрии, ее муж, он работает с большой сетью отелей. И в этот момент Европа настолько сильно испугалась, они были в полном шоке. Они не понимали, что им делать. И она мне сказала, что ее муж, что отели готовы предоставлять украинцам ночь, 5 ночей, да, мы в итоге договорились потом. То есть, но при этом они, я когда зашла в комнату в Австрии, в Вене, я увидела этих людей, они как дети, взрослые австрийцы, взрослые бизнесмены, богатые, достаточно состоятельные люди, они были как немножко потерянные. И они говорят, у нас есть отели, у нас нет беженцев. Супер, ребята, беженцев мы вам сейчас найдем. И тогда мы сделали телеграм-канал для начала, и через Facebook, и мы селили людей. И, в принципе, 2-3 месяца этой инициативы по всему миру мы могли селить украинцев со всеми отелями, которые хотели, чтобы принять и помочь нам. Угу. Як взагалі Австрія зустрічає воєнних мігрантів з України? Чим допомагає, окрім того, що ви розповіли, що була допомога із житлом, які, можливо, є урядові програми для переселенців? Опыт всегда есть государственные программы, есть личные программы, да, то есть когда произошел, я могу сказать четко вот в ретроспективе, что когда произошел момент Бучи, они как будто замерли, они даже не знали, как с нами разговаривать, то есть для них, для Европы фотографии из Бучи, Ирпеня, это был полнейший абсолютный шок. Но через 3 месяца, когда они были готовы брать к себе людей селить, они немножко изменилась ситуация. И тогда, конечно же, помогает сейчас государственная программа. Первая. В Австрии предоставляется 215 евро на одного человека. На детей там тоже предоставляют, потому что какие-то очень смешные деньги. И когда предложили здесь, Европейский Союз предложил поднять до 240, то только Тироль и Австрия. Это только 2 земли, которые согласились немножко поднять украинцам, пересчитать за эти полгода. И в этот момент ты понимаешь, что Австрия готова принимать. Австрия готова, но люди устают помогать. Они начинают больше беспокоиться о своих проблемах. Очень интересные разговоры здесь, в Австрии, с бизнесменами, которые четко артикулируют. То есть они сначала спрашивают, как наши дела, потом спрашивают, как наши планы, а потом говорят о том, что у них поднимутся цены абсолютно на все из-за цены на газ. И мы с ним находимся за одним столом, никакой агрессии, то есть они очень supportive, но они все равно понимают, что по ним это тоже ударит. Окрім, ми зрозуміли, яка ситуація з житлом і з допомогою від держави, я так розумію, що і пересічні австрійці теж якось допомагають продуктами, можливо, одягом, чимось ще.
А як з роботою? Так, можливо, комусь не вистачає тих грошей, які дає Австрія на місяць. От як там влаштуватися? І, наприклад, чи працюєте ви? Лично я не працюю. Я сейчас учу немецкий язык. Немецкий язык здесь бесплатно, можно его оплачивать государство. И на самом деле супер круто учиться в группе, где 12 человек украинцев, и большинство из них это женщины в возрасте, женщины в 40, в 60 лет приходят с абсолютно выполненным домашним заданием каждый день. То есть и это настолько сильная мотивация находиться в этом окружении. Я каждый раз удивлена этому. Но с работы, конечно же, все, кто занимается парикмахерским искусством, все, кто занимается мастера маникюра, у всех есть работа. Очень много предлагают на ресепшн. Если вы знаете немецкий и английский, то предлагают ресепшн, потому что здесь близко Альпы и очень развит туризм на самом деле. Горничные, то есть вот такая простая работа, ее очень много, и она доступна. Ну, але за фахом навряд чи так можна знайти роботу без знання мови, як, в принципі, в будь-якій європейській країні. Ліда, вам же вдруге довелося тікати від російських загарбників. Я знаю, що ви були в Криму, коли почалася російська окупація півострова кілька років тому. От що ви відчували тоді і чи відрізняються от почуття нині? Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Ну, я, наприклад, крымчанка в пятом поколении. И так получилось, что я была прямо в Бельбеке с камерами, ну, по долгу службы, как журналист, я была в Бельбеке именно в этот момент, когда, если вы помните, да, было непонятно, что делать, и мамчур звонил в Киев. И в Киеве он услышал ответ, ну, потому что ситуация была очень накаленная, обостренная, должна была вот-вот взорваться, либо не взорваться. И тогда ему сказали по телефону, что действуйте по обстоятельствам. И это тот ответ, который меня шокировал, потому что если вы, как вы понимаете, даже если это военная обстановка, то таких приказов не бывает. Вы представляете, сейчас кто-то кому-то говорит на фронте «действуйте по обстоятельствам». И вот это, и тогда в Крыму это все зависло, это осталось этой бомбой, которая все-таки в итоге разорвалась. И сейчас, конечно, все совершенно по-другому. Сейчас ты чувствуешь, что есть возможность что-то изменить, что что-то изменится однозначно. Ліда, я розумію так ваші почуття. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз в Австрії. Там часто акції на підтримку України. Ви їх відвідуєте і розкажіть, що місцеві кажуть про війну, що розв'язала Росія. Я была один раз на акции, они бывают чаще. Для меня это происходит ретравматизация. Я отношусь к тем украинцам, для кого каждый раз прийти и попасть в эту историю, это каждый раз как будто ты переживаешь заново все эти чувства, эти несправедливости, потери того, чувство несправедливости, чувство того, что нет тех правил и законов, которых мы придерживались, когда нас могут в один раз, в один момент просто выгнать из дома. Это неприятное ощущение, я ненавижу его испытывать снова и снова, я предпочитаю выстраивать ситуацию вперед. Но есть беженцы или украинцы, тех, кому это необходимо, те, кто с удовольствием ходит и являются видимыми. И мне кажется, это супер важно, потому что действительно Австрия живет своими проблемами, у них там президентские скоро. Это реально их ключевая задача, то, что во всех новостях. И когда украинцы проводят эти митинги, мы снова возвращаем их к этой нашей проблеме, которую бы, конечно, все с удовольствием забыли, но цены на газ им этого не позволяют. Австрийцы все время находятся, у них такое информационное поле, они все время находятся в какой-то ощущении, что вот война вот-вот закончится, она у них все время была. То есть они говорили, что она закончится, как только я приехала с февраля месяца, она закончится через 2 недели, потом она закончится через 2 месяца, потом она закончится через месяц. То есть война все идет, а разумеется, они все против России, разумеется, они все поддерживают украинцев, это как бы однозначно. Но, возможно, они не всегда готовы там поддерживать выплатами или чем-то еще. То есть некоторые, то есть в зависимости от партии, например, там зеленая партия очень хорошо поддерживает украинцев, а те, кто ближе к национальным силам Австрии, они более менее суппортив, как ожидалось бы. Вот такой приблизительный разброс. Лід, коли війна закінчиться і настане перемога, які ваші плани на майбутнє? Залишатися там в Європі чи повертатися додому?
Однозначно хочется домой, потому что здесь я поняла самую главную вещь для себя, что дом — это люди. И людей мне не хватает. Мне не хватает окружения, мне не хватает то, когда говоришь на одном языке об одних и тех же вещах. Но я думаю, что мы должны... Дети учат немецкий очень быстро. То есть специальные летние лагеря. Эти женщины, с которыми я учусь, они очень быстро учат языки, они начинают интегрироваться. И это значит, что когда мы вернемся, мы не должны потерять этот коннекшн между Европой и Украиной. Тот имидж Украины, который сейчас есть, честно, я не уверена, чтобы все австрийцы смогли бы так бороться, как украинцы. Я думаю, что они пошли бы более дипломатичным путем. Ну, это мое предположение. Я считаю, что мы должны сохранить этот коннекшн, мы должны его развивать, и если это случилось, мы должны из этого сделать наше преимущество. Я думаю, що так і буде. Ліда, я вам бажаю, щоб ви не тільки якомога скоріше повернулися до мирного Києва, а якомога скоріше змогли поїхати до рідного Криму, в український Крим. Лідія Несмачна, вимушена переселенка, яка нині облаштувалась в Австрії, була з нами на зв'язку. Ми продовжуємо.